В субботу. Почему не стоит покупать премиальное авто 10-летней давности? С помощью чего можно зрительно увеличить комнату? Не только фокусники создают иллюзии, но и дизайнеры. И как предотвратить раннее старение организма? Поставить жизнь после 100 лет на поток. Мы нашли ответ. Самое полезное утро. Новые выпуски. В субботу в 9:55 на РЕН-ТВ.